Так, и потихонечку сгибаете колени. Держите за ножку очень нежно. И слегка приседаете. Сейчас ты. Держишь бокал аккуратно двумя руками. Медленно присела. Хорошо. Двумя руками. Теперь приседаешь. Локти надо поднять. Угу. Тихо! Это кто? Вот уж не советую. Александра, сумасшедшая из Крыма. Из Крыма, говоришь? Из Крыма. Она дочь православного священника. Православного? Вот именно. Татары налетели на деревню и похитили ее. Продали в Крымский дворец, а оттуда сюда. Она поначалу была не в себе. Очень дерзкая, такая грубиянка. Теперь я занимаюсь ее воспитанием. Подготовь-ка ее, Сюмбюляга. Александру? Да. И вторую. Ту, что рядом? Да. И еще вон ту, что отвернулась и не смотрит на нас. Я все понял. Украшения, красивая одежда, никаких забот. Они выглядят как принцессы. У этих избранниц комнаты хорошие, спят мягко, да едят сладко. А мы, Мария, смотри, на кого мы похожи. Может, и нам повезет. К султану Сулейману жена и сын приехали. Махидевран Султан уже здесь. Пусть сдохнут, мне-то что? Замолчи! Ради Иисуса, не говори так! Вот, пожалуйста, вдруг они слышали наш разговор? Ты? И ты? Мария, Александра, пойдете со мной. Нельзя! Наказание! Нас будут ударять! Мы пришли за вами. Сегодня вечером будете султана Сулеймана развлекать. Петь и танцевать восточный танец умеете? Вот такой восточный танец. Смотрите и учитесь. Нежно, мягко. Нежно, нежно, нежно. И мягко. А ну за мной. Быстро. Быстро.